Сегодня в Барнауле водитель автобуса насмерть сбил 40-летнюю женщину. Происшествие случилось на Конечной в районе ВРЗ. По данным ГИБДД, 48-летний водитель автобуса 33-го маршрута сдавал назад. Мужчина не заметил движения сзади. Женщина повалила на асфальт, автобус переехал ее. Пострадавшая скончалась до приезда бригады скорой помощи. Известно, что в момент аварии в салоне автобуса никого не было. На месте происшествия работали сотрудники полиции.